Рецепт приготовления варенья пятиминутка. Сейчас вам расскажут. Ребят, всего лишь килограмм фруктов, полкило песочка. Закипело 5-7 минут, снимаем, закатываем в баночки и все готово. Вкусняшка будет всем. И дети будут довольны, и взрослые. Шикарно. Я только в холодильник, не знаю, уместится все это или не уместится. Но то, что мы покупали в магазине персики, вот баночка осталась, это небо и земля своего приготовления, это просто пальчики оближите. Вот клубника с мороженым. Пломбирчик, покупаете ложечку туда, клубнички или в творог. Творог родителям для кальция и детям, чтобы они с удовольствием творог кушали. Творог очень полезен.